получился хороший робот. И управляемый, и управляющий. Ну, управляющий тоже на уровне этого, на верхнем-то задействовал, не может воздействовать. Сейчас религиоведение открыли. Продолжаем разбор Ихнего Ветхого Завета. То есть у нас 24 глава. Здесь у них она называется «Женитьба Исаака на Ревеке». Или, как говорят американцы, на Ребеке. Здесь как комментарий к первому стиху. Раб Авраама привел из города Нахора Ревеку, чтобы она была женой Исаака. Так, ну вот разбираем. Авраам был уже стар, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему вдове его, управляющему всем, что было у него: положи руку твою под стегно мое, то есть под бедро, и клянись мне Господом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены и дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку. То есть, с одной стороны, вроде бы как, что тут женщин мало, да? А вот, допустим, Тора, она говорит примерно так же. Авраам был стар, пришел в лета, и Бог благословил, и сказал Авраам своему рабу: я заклинаю тебя Богом, что ты не возьмешь сына моему из дочерей Кнаана, среди которых живу, но в мою страну и на родину пойдешь и возьмешь жену сына моему Ицхаку. То есть он соблюдал то, что сейчас называют закон иудаизма. Еврей должен жениться только на еврейке. То есть там же Господь ему сказал: я тебе землю дам, и будет твой род наследовать. А если возьмет ханаанку, знаешь, дети-то уже будут считаться, если родится сын, допустим, он уже будет не его. То есть будут байстрюки и шиксы. Да. У них между собой брак не называется, да? Не женитьба. А? У них между собой брак не называется женитьба. Не, у них тоже брак он называется. И женитьба, и брак. Это они же привнесли слово брак. И заметь, в христианстве даже есть такое понятие — таинство брака. Ну, у славян хорошее дело браком не назовут. А тут тайна какая-то в браке должна быть. А вот он, первое, это основной закон иудаизма, который оставляют и соблюдают даже христиане. Еврей должен жениться только на еврейке. Поэтому он и отправляет раба. Но опять же, заметьте, да, стоит, как в старой надписи, раб. Но где вы видели, чтобы рабовладелец давал своему рабу, чтобы он управлял? Здесь раб в старом понятии. Раб как наемник, наемный труженик. То есть работник, сейчас говорят. Раб от него, то есть работник. Поэтому он как и управляющего нанимает. Можно сказать, на заводе у нас работают рабы, то есть рабочие, то есть которые просто выполняют механически свое дело. То есть вот от сих до сих до сих, то есть не вкладывая душу. Понятно, да? Те, кто вкладывает душу, те труженики, а это рабы или работники. И дальше раб сказал: может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему: берегись, не возвращай сына моего туда.
Господь небо, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомство твоему дам землю сию. Он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. То есть, и заметьте, раб спрашивает, а если женщина не походит, может твоего сына там оставить? Среди евреев? Он говорит, а нет, не надо. Если там оставят, из него сделают полноровного стопроцентного еврея, который будет хитрить, обманывать и прочее. А здесь, как Авраам сказал, Господь обещал мне эту землю. То есть получается, что вот есть где-то, где проживают евреи, и есть Ханаан. То есть Авраам пришел сюда и поселился, то есть живет среди среди другого народа. То есть, ну как, ну приютили, живет и живет. Так ему мало. То есть если отсюда евреи пойдут силы захватывать, их просто уничтожат. Значит, что? Тихое завоевание. Для своего сына, чтобы взял жену из своего же народа, но не оставлял сына там, а вернул сюда. То есть, раз они будут так же, как у всех рождаются дети, а детей всегда много, и постепенно дети его детей, они эту землю будут расширяться, все, захватывать. Что и делается во всех странах сейчас. Институт еврейских жен. Институт еврейских жен — это когда жен дают правителям. А здесь тихо, то есть тут еще вообще нету евреев. Этот же принцип используется до сих пор. Заметьте, в Англию с Ирака несколько семей, особенно этот писатель, сатанинские стихи, которые написал, несколько иранских арабских семей мусульман переселилось. Потом переселилось еще. Потом у них по 10, по 20 детей. И прошло несколько десятилетий, то есть вот как начали поселяться арабы на Британских островах. И теперь их, по-моему, около миллиона, и они требуют себе равные права вместе с теми, кто их приютил. То есть нас много, наши дети тут родились, давайте равные права. Но создавали ли арабы английскую культуру? Нет. А у вас в паспорте есть строка гражданства? Тоже нет. А, национальность? Национальность. А согласно Конституции, ты можешь пойти потребовать, чтобы тебе их писали. То есть? Это принцип завоевания территории, принцип 40 лет. Это, да, это принцип так называемого ползучего или тихого завоевания. То есть, смотри, арабы им пользуются, негры им пользуются, казахи. Да все народы пользуются, только нас. Нет. Мы не пользуемся. Значит, не все. Славяне такими вопросами не пользуются. Читаем дальше. И положил раб руку свою под стегно Авраама, то есть под бедро свое, клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, то есть в Междуречье. И вот заметьте, это лишний раз подтверждает, что это был не раб в современном понимании, а работник. 10 верблюдов с сокровищами. Если бы это был раб, он бы сквозанул и не только в Месопотамию, а в Индию бы ушел. И ищет вещи его. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать.
и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». То есть можно сказать, что современным языком послал менеджера. Камильяжева. Ладно. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: «Наклони кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет: «Пей, и я верблюдам твоим дам пить», это та, которая ты назначила работу твоему Исхаку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. И еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. То есть, опять, брат Авраама, то есть опять межродственные. И вот здесь, от Вафуила, сына Милки. Милка, она же Малка. То есть здесь как параллель. Малка же царица. Ну да, и здесь Милка, Малка, то есть там же писали согласными одними. И вот, скорее всего, вот на это, что как о царице киевскому князю шептали: ты видишь, куда твои корни уходят? Так что давай, будь каганом землей русской, а не князем. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И подбежал раб навстречу и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И тотчас опустила кувшин свой на руку свою и напоила его. А когда она напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. Вот лишний раз подтверждение. То есть, когда раб, на нем и клеймо, и ошейник, и прочие атрибуты раба. А тут девушка, будем говорить, из богатого, как описывают, рода, и она говорит ему: пей, господин мой. То есть она к нему как к господину, а не как к рабу обращается. И не написано петь раб. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло, побежала опять к ладе черпнуть. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек взял золотую серьгу весом полсикля, ну, там, или, как сейчас говорят, полшекеля. И два запястья на руки ей весом в 10 шекелей золота. И сказал: чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. И еще сказала ему: у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек и поклонился Господу, и сказал: благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милости своей. Ну и дальше тот же этот бред. Девица побежала и рассказала об этом матери в доме, рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястье на руках своей сестры, услышал слова Ревеки, сестры своей, сказала: так говорил со мной тот человек, что пришел к источнику, и он стоит при верблюдах. И сказала: войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь в ней, я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел человек, Лаван расседлал верблюдов и дал солому и корму верблюдов, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. То есть менеджер, оказывается, был не один. Да, потому что тут кого-то люди были. И предложена была ему пища, но он сказал: не стану есть, доколе не скажу дело своего.
и сказали, говори. Он сказал, я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего и сделался он великим, и дал ему и овец, и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, ослов и верблюдов. Грубо говоря, рабовладелец. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моего сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказал, не бери жены сына моему из дочерей Хананеев, в земле, в которой живу. А пойди в дом отца моего, к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему, может быть, женщина не пойдет со мной. Он сказал, Господь, перед лицом которого я хожу, пошлет ангела, и он укажет на дом. Ну и так далее. Они разговаривают. Зачем он к родственникам отправил? А чтоб наверняка. Залип. Сара-то кто была? Сестра. Сестра. То есть, чтобы кровь поддержать свою. Но роды будут родиться. А? Но роды будут родиться. Нет, у них-то не было такого. То есть, смотри, когда прибыли серые на землю, да, потомки Авраама, они же между собой родственники. А так как у них передавалось по матери генофон, то есть там как бы, ну, не было такого явного вырождения, как среди других народов, у которых генофон передается по отцу. Поэтому у них братья женаты на сестрах, дяди на племянницах, то есть межродственные. А тогда группа крови-то маленькая была другая, и как такового рождения сильного не было. И так, глядя на них, будем говорить, те же племена бронзовых, ну, будем говорить, эфиопов, да, которые в Египте, египтян, уже не белых, а египтян, которые с этими яйцеголовыми смешались, и там у них генофон-то передавался по отцу, а они использовали близкородственную, и фараону на что выродились. То есть там совершенно разные генетические основы. Но чем больше, будем говорить, евреи смешивались с другими народами, тем больше у них проходило изменение ДНК. То есть они же как прилив свежей крови, чтобы адаптироваться. А вот эта адаптировка и привела к тому, что начала рождаться уже потом, спустя несколько тысячелетий, рождение дебилов, уродов и прочего. Поэтому есть так называемая пятая группа крови, то есть чистая еврейская. Она отличается даже по химсоставу от обычной. Нет. Это все в порядке вещей. Это еще в 30-х годах сами евреи проводили в СССР исследование крови. И вот у чистокровных евреев она была более жидкая, более светлая. То есть и совершенно, ну, как другой тип крови. Так и называли пятая группа. Ну да. То есть это вот как раз и из медицинских источников. Когда в госпитале еще на лекции ходили, вот нам Николай Иванович, начальник госпиталя, рассказывал. Да, поэтому они сами отслеживают евреи группы крови. Заметь, донорские пункты везде они сидят. Станции переливания крови они сидят. То есть на основе, будем говорить, всех групп крови, начиная от нулевой до четвертой, ну или, как говорят, от первой до четвертой, там создаются специальные виды плазмы. Ну, как крови-заменители. А для этой пятой плазмы нет, только она. И заметь, если первая группа крови наша может подойти любому человеку ее влить, потому что мы же помним, у нас 16-энергоновая энергетическая система, она подойдет всем.
то человеку с первой группой крови ему влей вторую, третью, четвертую или пятую, все равно, что ему внутривенно отца не толкали ввести. То есть он тут же скажет крест. Ну, он тут рассказывает, что он пришел к источнику, и вот фразу девица скажет, что да. Еще не перестал говорить, в уме вот вышла Ребекка, и тут не напоила верблюдов, и спросил, чья дочь, и она вот привела вот сюда. И дал я Сергии запястье на руки, и преклонился, и поклонился Господу. И вот он пришел, чтобы взять дочь брата господина моего, но сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему, или нет, скажите мне, я обращусь направо или налево. И ответили Лаван и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ребекка перед тобой, возьми и пойди, и пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь. Когда Бог, раб Авраамов, услышал слова, он поклонился Господу до земли, и вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ребекке, а также и брату, и матери, и дал богатые подарки. Ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня к господину моему. Но брат и мать сказали, пусть побудет с нами девица дней, хотя 10, потом пойдешь. Он сказал, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил мой путь, отпустите меня, и я пойду к господину моему. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И позвали Ребекку и сказали, пойдешь ли с этим человеком, она сказала, пойду. И отпустили Ребекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей ее. И благословили Ребекку, и сказали, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Почему сестру? А то вспомни слова Авраама. Сара не только жена, но и сестра мне. То есть, перемешавшись, они все между собой родственники. Понятно, да? Поэтому здесь и говорится, что сестру, есть братья еврейского народа, есть сестры. И заметьте, и родятся от тебя тысячи и тысяч, да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. То есть не успела родиться, откуда в ней враги, спрашивается, да? А то есть, что мы и разбирали данную систему, чтобы наплодились и захватили данную территорию. И стала Ребекка и служанка ее, сели на верблюдов и поехали за этим человеком. И раб взял Ребекку и пошел. А Исаак пришел из БР Лахай-Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ребекка взглянула и увидела Исаака и спустилась верблюда и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой, она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку, все, что сделал. И когда ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ребекку, и она сделала с женой, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. А? Ну как, мать-то мы же разбирали, мать-то умерла ее, его, Исаака. И он не в свой шатер, а в шатер матери привел, чтобы как продолжение рода, взаимосвязь. Двадцать пятая глава. Потомство Авраама Хеттуры, смерть и погребение Авраама, родословие Измаила,
первое откровение Исхаку через Ревеку о судьбах двух ее сыновей, рождение Ревекой близнецов Исава и Иакова, продажа Исавом своего первородства Иакову. То есть и так далее. То есть вот что 25 глава. И заметьте. И взял Авраам еще жену именем Хетуру. В 24 мы что читали? Авраам был уже стар, в летах преклонных. Ага, больше 100 лет ему сын родился, а тут сына уже женил, ему уже, будем говорить, за 120, за 130. Но седина в бороду без в ребро. Раз себе еще Хетуру взял. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Спрашивается, какого черта он с этой Сарой 100 лет маялся, да? Молоденьких бы себе еще набрал, они бы ему нарожали. Иокшан родил Шеву и Дивана. Сыны Дивана были Ашурим, Летушим, Леюмим. Сыны Мадиана Ефа, Еферха. Ну, эти, наверное, граждане переврут, немного возьмут. Сейчас мы их подноготную тут вычислим. И Авраам взял еще жену, а имя ее Ктура. Совершенно другое. И она родила его Зимрана, Йокшана, Медана, Мадьяна, Ишбака, Шуаха. Йокшан родил Шву. Дедана, сыновья Дедана были Ашурим, Летушим, Леумим, а сыновья Медьяна, Эйфа, Эфер, Ханах и Авида, Эльдаа, все были сыны Ктуры. И отдал Авраам все, что было у него, Исхаку и сынам наложниц, что у Авраама. Дал он подалки, отослал их от Исхака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в страну восточную. Вот дни и лет жизни Авраама, которые он прожил, 175 лет. И скончался Авраам, умерев в доброй старости, мудрец, удовлетворенный жизнью, и был приобщен к народу своему. И похоронили его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Ефрона, сына Сохара Хетта, которая перед Мамре, на поле, которое купил Аврааму Хеттов, был погребен Авраам, а также Сара, жена его, и было после смерти Авраама, всесильно благословил Исхака, сына его. И оставался Исхак возле колодца Лахайрави. То есть, 175 лет блудил, другого слова нет, блудил и в прямом, и в переносном, и по земле блудил. Оказывается, у него не только вот Сара была жена, вот эта Хтура, а еще и наложница, которая наложит. Так. Два сына Исаака, Исав и Яков, родились, явились родоначальниками двух народов иудеев, эдомитян и израильтян, которых называют евреями. Несмотря на быстрый политический рост в потомках Исава, младший народ, потомки Иакова, вскоре превзошли своих братьев и поработили их себе. Вот вам их нравы.
окончательно подчинены были Идумеи и Иоанном Гирканом, заставившим их принять обрезание, когда таким образом Идумеи подчинились евреям не в политическом, но и в религиозно-нравственном отношении. С того времени имя Идумеев как отдельного народа исчезает из истории. То есть получается, что Идумеи были не обрезаны, жили, пасли, пришли братья, обрезали всех, кого пасла Мушея, кого как, и все, Идумеи исчезли из истории. А теперь смотрите, как христианская церковь трактует. В высшем духовно-таинственном смысле судьба потомков Иакова и Исава имела по толкованию апостола преобразовательное значение. Она предуказала судьбу двух народов, иудеев, плотских потомков Исаака и христиан, верующих из всех народов. Исав, которому по первородству принадлежали особые имущества, прообразовали евреев, которыми как богоугодному народу принадлежали великие блага. Идет перечисление. В сыновлении и славы, и заветы, и законоположении, и служении, и обетование от них произошло по плоти, и искупитель от них произошел по плоти искупитель человечества. Это послание к римлянам, 9 глава, 4-5 стих. Яков был прообразом язычников, которые, по словам апостола, были чужды от заветов, обетования, упования неимущих и безбожия в мире. Но, несмотря на это, евреи не наследовали великих благ обетования, данных отцам их, потому что не чада плотские сия, чада Божие, но чада обетования причитаются всеми. Это Римляне 9 стих. То есть, помните, сразу же то есть, как это трактуется? Богоизбранным народом, потому что великие блага, сыновление слава, заветы и законоположение служения. То есть мы знаем, что закон, законоположение, законопослушание, закон это Тора по-еврейски. То есть закон о почитании, это Тора почитание. Закон о служении, это Тора служение, то есть служение Торе. То же самое, если так вот сказать, законодательство. То, что дала Тора. У нас же, заметьте, в отличие от них, у нас же были что? Родовые правила, да? Родовые устои, родовые традиции, родовая культура, родовое наследие. А у них все это собрано в сборник, который они назвали закон, то есть Тора. И поэтому везде сейчас во всем мире, куда бы они к власти ни приходили, они в первую очередь все под свою книжечку. Да. Правовую, в котором прав не тот, кто прав, а кто имеет больше прав. А больше прав имеет тот, кто имеет больше денег. Так. Ну и здесь, опять же, братья. Здесь они как бы выпустили. Один родился первым, потом второй. И заметьте, отношения между братьями. Он говорит, продай мне первородство, за мне искучащие вечные поклетки.
А почему? Потому что благословление это наследует первородный, то мощь несет отца. А у них это можно даже перекупить. Не только за деньги, а за чашку похлебки не дешевле. Да, каждый делает свою сделку. Дальше. 26 глава. Ну и опять же, как я сказал, христиане начинают обычные дела возносить в духовно-нравственные понятия. Что вот народы, произошедшие одного брата, обрезали других, то есть идумеев, потому что они были язычниками. Думайте, евреи и язычники, то есть христианское понятие это многобожники. То есть получается что? Что от одного брата пошли торопоклонники, да? А от другого пошли шемотники, многобожники. Хотя до этого до Авраама там тоже все многобожие, 10 богов почитали. Только, ну, то есть только с Авраама у них идет? Да, ну как, он же, заметьте, как сейчас они сами говорят, христиане и иудеи, бог Авраама, Исхака и Иакова. То есть вот это Авраам, Исаак и Иаков. Видишь, да? Пометил себе? Два сына Исхака. Исав и Иаков. То есть Иаков это хороший, а Исав, который пахал как папа Карло, он оказывается плохой. А Иаков, который купил за миску. Да, за миску и потом шлялся неизвестно где, пришел на все готовенькое. Брат его простил, и он же ему тут же подлянок понаделал. Это так. По-свойски, по-родному, по-еврейски. У них. За миску чего купил? Чечевичные похлебки. Исав продает первородство Якову за чечевичную похлебку. Кушать хотел. Но не кормил. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Наверное, продал что-то вот тогда. Ну как, поменял. То есть тот работал, Яков кушанье сварил, да, а тот пришел с поля устал. Он говорит, дай мне поесть. Этот говорит, дам за первородство. То есть он дома, как говорится, поклуши пил. А братец, который старше, в поле пахал. И вот, 26 глава. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, и тебе, и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. То есть, заметь, живут народы, трудятся, возделывают землю, выращивают виноградники, сады. И тут является какой-то господин, не весь откуда, и говорит, так подчиняйся мне, а я вот землю, где живут другие народы, я тебе подарю. То есть распоряжается тем, чем не владеет. А когда ему говорят, а кто же отдаст, он говорит, а я их умертвлю или помогу тебе убить. То есть не Господь, а жулик, разбойник какой-то. Ну, все равно делает свой гешефт.
умножу потомство твоего, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии, и благословятся все имени твоем все народы земные. То есть каким образом благословляться? Выродятся все. Это и будет благо. Все выродятся, они останутся. Работает, а не слышит, это зачем земли? Так, ну а этот же сказал им, Господь, вы будете есть хлеб, который не взращивали, и собирать урожаи, которые не садили. Паразитическую жизнь. Паразитическая жизнь. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Исаак поселился в Гераре, и жители вместо того спросили о жене его. И он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он. Жители вместо сего за Ревеку, потому что она прекрасно видна. Смотрите, повторяет своего папу. Что папа был сутенер, сестрой своей, женой своей торговал. Этот-то его менеджер, он же пришел к его брату, к Аврааму, и взял сестру Ревеку за него. Но когда уже много времени он прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев на окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал, вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя. И сказал Исаак ему, потому что я думал, чтобы не умереть бы мне ради нее. Но Авимелех сказал, что ты сделал с нами, едва один из народов не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу сказать, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. То есть пошел, заплатил. Ну здесь, так, это у нас 10 стих, 26. Сейчас посмотрим, как у них в Торе. Потому что христиане тут в Библии перебирают. Что ты сделал нам? Если бы лежал один из народа нашего с женой твоей, ты бы ввел нас в вину. И сказал народу, говоря, кто дотронется до этого человека и жены его, умрет. Ну правильно, если Сара там в трупную проказу фараона наградила всякими болезнями, ну здесь то же самое. Поэтому и царь народ предупреждает, кто с представителем данного народа совокупится. В периологической гуме не подходить. Да. Все, медики сие не лечат. Так, вот интересно, и сел Исаак. Там интересно написано, с мужем сим и женой его совокупиться. Видите, там кто коснется, тот умрет, да, а здесь тот будет предан смерти, то есть уже от себя добавили. И сеял Исаак в земле той, и получил в год ячменя во 100 крат, и стал великий человек сей, и возвеличивался больше того, и стал весьма великий. И были у него стада мелкого скота, стада крупного, множество пахотных полей. Филистимляне стали завидовать ему. То есть откуда? Купил. Там сказано, в Торе. И сеял Исаак в стране той, получил в тот год сторицы, ибо благословил его Бог. Что он сеял, неизвестно. Возможно, мак, возможно, коноплю. Но на чем можно подняться, чтобы это? Только наркотики. Чтобы скупить земли, скот и прочее.
И плюс сутенерство. Тихушку. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимлех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Что это за царь, который испугался одного еврея, да? Или тот уже все скупил, да это в кости выиграл. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама его, и которые завалили филистимляне по смерти. И назвал их теми же именами. И копали рабы Исааковы в долине и нашли там кладезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. То есть здесь пишется и в Торе, и в Библии полный абсурд. Заметьте, колодези воды рядом Герарская пустыня. То есть они обиделись на то, что он их обыграл, стал богаче, и они начали заваливать все колодцы с водой, да? Чтобы остаться без воды самим, без воды своей семьи, без воды свой скот и свои сады. Абсурд? Абсурд. Исаак уходит туда в пустыню, копает, находит воду живую, и говорят, и начинают они спорить. Чья это вода? Пастухи Герарские, пастухи Исхака. Так спрашивается, кто же копал? Он туда пришел, видать, к кладезю воды. Потому что те пришел и сказал: это мое. А ему сказали: а почему твое? Так. И выкопали другой колодец, спорили также о нем, и нарек ему имя Ситна. И двинулся отсюда, и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехобох. Ибо сказал он: Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. И оттуда перешел он в Версавию. И в ту же ночь явился Господь и сказал: я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой, благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И устроил там жертвенник, и призвал Господа, и раскинул свой шатер, и выкопали там рабы еще один колодец. И пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Филох, начальник, и Исаак сказал им: для чего вы пришли ко мне? Когда вы возненавидели меня и выслали меня? Они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, потому мы сказали: поставим между нами клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, и не делала тебе одно доброе, и отпусти тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Он сделал пиршество, и они пили и ели, и встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак. Представьте, приходит к какому-то страннику еврею, да, сам царь, и он его отпускает своим начальником. Ну ясно, что не военачальник, а там он с войском. И вот пришли рабы Исааковы, возвестили его о колодезе, который копали они, и сказали: мы нашли воду. И он назвал его Шива. Посему имя городу тому Беэр Шива до сего дня. И был Исаак 40 лет, и взял к себе в жену Иегудифу, дочь Беэра Хеттянина, и Весимарфу, дочь Елона Хеттянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Вторую, третью жену взял. Ага. И они были в тягости. А зачем ты их брал? Только что, заметьте, заключил договор, что друг дружки не касается, и тут же берет себе жен.
приходит. То есть как поднимались все времена? Давали деньги в рост под проценты. Тем самым что? Накапливались богатства. Вот тебе одна овца, вернешь две овцы. Дальше смотрим. Седьмая. Когда Исаак состарился, притупило зрение его, он позвал старшего сына своего Исава и сказал: «Сын мой». Тот сказал: «Вот я старею, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие мое, колчан твой и лук твой, войди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец говорил брату твоему, принеси дичи, и я благословлю. Теперь, сын мой, послушайся слов моих, что я прикажу тебе. Пойди в стадо, возьми мне оттуда два козленка хороших, я приготовлю из них отцу твоему кушанье, которое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Яков, то есть мамочка подговаривает младшенького: «Давай обманем мужа моего. А ты принесешь отцу твоему, он поест и благословит тебя». Яков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий». Почему? Потому что Исав уже ослеп и не разлечит. Ага. Мать сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое», то есть косматый, то есть волос пышный. А этот с лысиной. Рыгавенький. Рыгавенький. Типа Ленина. Он пошел, взял, принес матери своей, и мать его сделала кушанье, которое любил отец. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Сава, которая у нее в доме, и одела в нее младшего сына Иакова. А руки его и гладкую шею обложила кожей козлят. То есть тот, видать, как грузин волосатым, а этот легаенький. Ой, жулье, а? Жулик на жулике. И дала кушанье и хлеб, который готовила в руки Иакова сына. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой? А то по голосу не узнать, да?» Яков сказал сыну, отцу своему: «Я Исав, первенец твой». Ага, именно первенец. «Я сделал, как ты искал мне. Встань, сядь и поешь дичи». Перед смертью решил напомнить, что он первенец, да? Ага. А то папа всю жизнь знал, да? Их и на ощупь, или, видать, не нянькался и не знал кто. Так, и сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исаак или нет?» Ага, то есть уже по голосу не различает. На ощупь. Ну а сзади видать еще и мамочка стоит, подталкивает. Яков подошел к Исаву, отцу своему, он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». Это насколько тот мог волосатым быть, чтобы шкурами обмотать?
Ну, пахал, как буйвол, вот и лохматом стал. Или, может, не от Ребекки родился, не от какого-нибудь этого волосатого. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава. Брата его косматый благословил его и сказал: «Ты ли сын мой Исаав?» Он отвечал: «Я». Врут все! Вот откуда Одиссей-то брал. Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила душа моя». Да, хорошая дичь из стада, только что бегала, мявкала. Яков подал ему, он ел и принес ему вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». Правильно. Этот шатался не ведь где. Давал деньги, да? Яков. В рост и прочее. А тот на поле. Конечно, потом пропавшим. Труженик был. А этот ему. И из готового стада. Закусить и выпивки. А с пьяного что взять? Даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, и проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Яков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, и приготовил он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец Исав». И восрепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, нежели прежде того, как ты пришел? Я благословил его, и он будет благословлен». Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма громкий вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение». Ага, забрал одно. Благословение, видать, еще есть мешком с деньгами. Не просто так, а грамотку-то прислал. Да, грамотку. Сказал: «Не потому ли дано ему имя Иаков, ибо он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал: неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобой, и всех братьев его отдал ему в рабы». То есть, оригинально. Завещались. «Одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу моему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня». И возвысил Исав голос и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И будешь ты жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свои твои, то есть шеи». То есть будешь сражаться со своим братом. Хорошее благословение. Одного со слепым благословил, другого благословил мечом, чтобы сражался с братом своим. А других родственников отдал в рабы. Оригинально. Семеечка, да? Капитал должен быть в кулаке. У них же нет этих родственников. И возненавидел Исаав Иакова за благословение, которым благословил его отец. И сказал Исаав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Оригинально.
братоубийство, обман, подлог. Подлог. Вся семейка. Мама учит. Ага. Мама научила. Мама. И что же дальше? И пересказаны были Ревеке слова Исава, то есть там еще кто-то и наушничал, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына Иакова и сказала: вот Исав, брат твой, грозится убить тебя. Стукачки донесли ей зубы. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань и беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Так они из Харана куда ушли? Ну, с Харана их взяли, и они ушли же, это, в Геравской это, степи населились. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться вас обоих? И сказала Ревека Исааку: я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить? То есть вот 27-я. 27-го было, да? Да, это мы 27-ю разобрали. То есть здесь ложь, обман, предательство. И все это превозносится как благодеяние Божие. Ага. Часть. Там же говорится, что это они и в рабство своих братьев, которые не подчиняются этому господину, который козни всякие строит, но сам старается быть в тени и боится солнечного света и прочее. Разобрались, да? Так, сейчас перерывчик небольшой, потом продолжим дальше.